Всем привет! Сегодня мы продолжаем экспериментировать с очень грязным унитазом. В первом видео по чистке унитаза мы экспериментировали с кока-колой и лимонной кислотой. Если вы этого видео не видели, то обязательно посмотрите. Эксперимент получился интересный. Сегодня мы опять пришли на съемную квартиру наших знакомых и решили продолжить эксперимент. Нашей сегодняшней целью является вымыть не весь унитаз, а именно колено, вот эту внутреннюю часть, так как эта часть была очень запущена. Вот так выглядит на теперешнее время унитаз. Первым делом надеем резиновые перчатки и откачиваем воду, иначе концентрация средств из унитаза, который мы будем чистить, будет слишком мала. Надавливаем на пустую бутылку, опускаем воду и под давлением засасываем вверх. Можете это делать пустым одноразовым стаканчиком. Заливаем в унитаз 2 литра столового 9% уксуса. Если найдете 70%, будет еще лучше. И оставляем на 8 часов. Или же можно оставить на ночь. На туалетную бумагу поливаем уксусом и закладываем ее под ободок унитаза. Также можно разложить смоченную в уксусе туалетную бумагу на всю внутреннюю поверхность унитаза. Уксус отлично убирает мочекаменный налет внутри колена и все желтые пятна. Спустя 8 часов убираем всю туалетную бумагу, пропитанную в уксусе, с унитаза. Затем, не сливая уксус, проходимся внутри колена унитаза туда-сюда ёршиком и по оставшейся внутренней части унитаза. Потом сливаем всю воду. Результат заметен, мы практически очистили загрязнение. Осталось совсем чуть-чуть. Если еще подлить с помощью зубной щетки в колено унитаза дальше и приложить усилия, то мы уверены, что оставшееся загрязнение, которое вы сейчас видите, сойдет полностью. Друзья, не забываем ставить лайки. Ну а вывод такой. С помощью уксуса можно почистить колено унитаза до идеального состояния, не прилагая больших усилий. Вы не только прочистите унитаз, но и продезинфицируете его от микробов. Единственный минус – вонючий запах уксуса. После чистки туалет нужно будет хорошенько проветрить. В отдельном видео мы покажем и расскажем, как помыть весь унитаз полностью. И, конечно же, дадим много полезных советов. На сегодня все. Смотрите наше видео по чистке унитаза кока-колы. Прощаемся с вами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.